Я была занята. У меня были свои чуть-чуть дела другие. Крашусь иногда, кстати, крашусь, конечно. Не могу сказать, насколько похудела, сколько скинула, не могу сказать. Из-за этого в эфир зашло то, что у меня камера нормальная стала. Всем селом скидывались на камеру. Потом ждем до и после. Вот, вот, это уже другой разговор. Чем вот это сейчас спрашивать, сколько я скинула, сколько, что? Я все равно одеваю вот такие вещи нормальные, большие, чтобы, ну, чтобы, блин, было интереснее смотреть. Вы же все понимаете. Орёт что-то. Нет, не вышло, 8 числа выйдет. Я по знаку зодиака весы. О, да-да-да. Рилс про парня, это чисто хайп или правда? Ну, ребята, считайте, как хотите. Надолго в Краснодаре? Да, надолго. Бля, большие девочки, это на самом деле, это вот, ну, не описать словами, насколько сильно оно на меня повлияло. А я близнецы, люблю близнецов. Покрасила. А зачем? Я думала, ну, типа, вот сначала загонялась, типа, почему у меня так? А сейчас мне вообще по барабану, мне даже нравится. Поэтому в Абхазии нет, не было. Я не могу себя показать полный рост. Я Панас и Аварка. От 100 килограмм. Конечно, хватит терроризировать своего парня. Пацан сидеет, прикинь. Сидеет пацан. Да, я участвовала в больших девочках. У меня 2 октября день рождения. Я, кстати, представляет... А, ладно, не буду это говорить лишнее, наверное. Потом скажу. Привет. Да, в Дагестане очень крутые люди. Да, с Лерой общаюсь. Как взять себя в руки и похудеть? Интересный вопрос. Да, я в ЖК «Самолет» живу. Меня матушка тоже всю жизнь терроризировала с тем, что надо худеть, похудеть. Но какой толк был от ее этих слов, если я еще сама не захотела, я сама еще и головой не догнала. Как только догнала, ну вот, пожалуйста. Да, это новый проект. 8 февраля выйдет, смотрите. На пятницу. Жесткие. Не могу сказать, сколько скинул. Чё? Ты чё ругаешься на меня? Это у меня глаза сейчас большие стали. До этого чё, у меня глаза были, что ли? Я свои глаза даже не видела до этого. Больная, что ли, кричит Алина. Ходила к психологу, да, конечно. Да, правда. А зачем вам столько информации не догоняю? Ну ладно, догоняю, что я тоже, да, сама выставила и думаю, что вы все спрашиваете. Но у меня есть право не говорить, поэтому увидимся. А, жесткие, ха-ха, прикинь. Реально глаза, как у кота из Шрека стали. Кстати, много кто так говорит. Еще когда я толстая была, говорили, что большие глаза. Сейчас, ну, песня. Да, конечно, планирую дальше сбрасывать.
Спасибо, спасибо, спасибо. Да, конечно, я верующая. Албац. Привет, привет, Махачкала. Хочешь куда-нибудь полететь? Да, очень сильно хочу. Хочу в Таиланд, вообще в идеале в Таиланд. Но еще хочу в Египет. Ну, просто так, поняла, отметиться. В Таиланд хочу очень сильно. На Панган. Не, губы не буду, ничего не буду колоть. Ну, не хочется. Если бы хотела, блин, с кайфом вообще. Может быть, попозже придет такая мысль в голову, но пока нет. Привет, привет, с Каспийска. Кто-то психанул, цирк пишет. А как вам Мальдивы? Ну, я не была там. Ну, прикольно, красиво, конечно. Не знаю, есть ли там что делать. А так, ну, 100% красиво. Такой чисто романтический остров. Серьезно, у Хасбика в эфир, что ли? Давайте толпой к нему пойдем. До скольки сбрасывать планируешь? Не могу сказать. Гофан, встреча в Краснодаре. Кстати, может быть, блин, с большими девочками приедем. Обязательно смотрите проект на самом деле. Ну, типа, понимаю все, что есть пацанки, все дела. Но обязательно смотрите проект «Большие девочки». Это вообще несравнимо. Это будет что-то с чем-то на самом деле. Вот, типа, можно вот так на одном дыхании смотреть. Я в этом точно уверена. И все девочки абсолютно очень интересные. Привет. Привет. Ты в проекте с кем-то дружишь? Да, конечно. Как я там? Извиняюсь. Привет. Вопросы игнорируете, потому что нельзя ничего говорить? Да, все правильно. Хорошо, что вы понимающие все такие. Да, я тоже думаю, что губы лишние. Самое любимое место на земле, наверное, родина моя. Вот бесконечно могу осуждать это место за определенных, может быть, людей, за определенные какие-то действия. Но в любом случае, скорее всего, это самое любимое место на земле. У меня рост 172 или 170, не помню. Или 174 вообще. Не знаю, ну, короче, я не коротышка. Ты со своей харизмой не хотела бы создать свое шоу какое-нибудь? Именно шоу нет, но кое-что будет. Да, мне понравилось в целом в Казахстане. Поделись ростом. Ладно. 8 февраля выйдет проект. Я за тебя болел. Это вообще моя любимая. С мамой все шикарно, идеально. Я похудела. Какие у меня могут быть отношения с мамой? Да, кстати, болейте все за меня на новом проекте. А можно с тобой как-то лично пообщаться? Ты можешь написать мне, попробовать директ, я если увижу, я отвечу. Автомат. Бровь сидеть начала 1.5 года назад. Причины неизвестны. На канале «Пятница» будет проект. Называется «Большие девочки».
типа... Че я ответила, даже не помню. Ну, уже, да. Не, ну, кстати, вижу же комментарии, которые пишут, то, что, типа, мне там делать нечего на этом проекте, я по сравнению с другими худая, но были три, как минимум, девочки, которые весили меньше меня на проекте. Поэтому, ну, это глупо чуть-чуть так думать, то, что мне там делать нечего. Просто я как-то, видите, ну, у всех же по-разному, блядь, этот жир, блин, откладывается. Но у меня так, может, я за счет этого выгляжу как-то более, не знаю, собрано или как это называется. Но мой вес был не самый маленький на проекте. Долго снимали проект. Даже надоело, если честно, чуть-чуть. Шутка. Когда свадьба? Не знаю. Мне кажется, когда будет свадьба, вы первые узнаете. Нет, не думала волосы отрастить. Вообще не думала ни разу. Я за тобой слежу. Страшно. Из Хасавюрта, прикинь. С Хасавюрта просто. Спасибо. Че вообще, сколько уже эфир идет? Мне кажется, достаточно уже. Привет, Роксане. Витамина не хватает. Эфир сохраните? Не. Я вообще никогда не сохраняю эфира. Нет, не было, кстати, в японском саду. Просто в парке была. В табачке узнают тебя? Да. Да, узнают. Да, я же это и говорю, что мне идет эта прическа. Какой толк отращивать, если мне так тоже кайфово? Ай, очень смешно. Привет, Баку. Была там, кстати, 3 раза. Ладно, короче, все. Да, у меня есть парень. Тимуру с Каспийска передай. Передаю примет. Привет Тимуру. Все. Карина, спасибо большое. Очень смешно. Нет, в Саратове не было. Ладно, все, погнала я, короче, товарищи, дамы и господа. Оренбург! Привет! Я как сильно хочу в Оренбург поехать. Ладно, все. Все, погнала я. Всем пока, до завтра. Добрых снов.